Привет, зритель! Я наконец-то собралась записать видео вопросов-ответов. Я долго соображала, как бы лучше поставить свет. Мне было лень геморриться, я поставила на настольный штатив свою вот эту прямоугольную лампу. Возможно, кого-то будет попоболить, потому что лампа бликует с моим лбом. Я помню чей-то коммент на эту тему. У меня тут чай Джигу. Аж два шарика в чашке, он же... шоколадка в довесок. Я потом постараюсь при монтаже вклеить картинки с вашими, ну, скриншоты с вашими вопросами. Потому что, может, кого-то я по нику назову, а может, кого-то даже не зачитаю ваш ник. Я собрала скриншоты с тех, которые вопросы были с января по, ну вот, до недавнего времени. И они у меня в телефоне. А еще какие-то буду зачитывать прямо вот то, что под записью у меня там за последние пару дней оставляли. Если какие-то вопросы пропали из вида, то вы мне просто напомните потом. Если вам это зайдет, то, короче говоря, как бы можно сделать видео такого типа, ну, допустим, раз в два месяца. Ну, или... Я, конечно, могу сказать раз в месяц, но не уверена, что осилю. К тому, что просто был один человек, которого я забанила, и в ее ветках, возможно, были какие-то вопросы. Ну, еще был какой-то... Есть какой-то особо одаренный, который писал полотенца, а потом удалял свои полотенца. А туда тоже кто-то что-то писал. Возможно, там как бы потерялись это все. Так, Юля сейчас меня, видимо, атаковать будет. Юля, свалите, потом отвечу. В общем, Мария Т. Добрый вечер. Мария, добрый вечер. У нас как раз сейчас по времени-то, сейчас я скажу. Полвосьмого вечера как раз. Так, Мария, добрый вечер. Ваши любимые фильмы. Вот, может, лет 10 назад я бы назвала любимые фильмы, но я не знаю, можно ли к фильмам отнести, ну, не то чтобы суперлюбимые фильмы, фильмы с участием сестер Олсен. У меня были какие-то несколько на DVD, я даже это, ну, потом девочке какой-то отдала по символической сумме, 50 рублей тогда в Ярик еще ездила. Потом... меня с названиями туго, по-моему, «Побеждая Лондон». Короче, фильмы с сестрами Олсен мне нравились, нравятся. Ну, я бы даже, может, пересмотрела какой-то там есть, я тут в сети нашла внезапно. И поняла, что я его не смотрела, хотя фильму уже, может, лет 20. Потом, я раза два или три пересматривала сериал «Серера Сусмевита. Ты моя жизнь». Я не помню, там вот это была милашка-мартышка или не там. Ну, причем какое-то время очень мне нравились фильмы Сарера, а потом как-то меня резко попустило, и вот прямо она такая... У меня такое ощущение, что она одинаковая везде. Какие-то, может, советские фильмы мне нравились. Потом мне нравятся вообще музыкальные фильмы. Мне нравился фильм, по-моему, назывался «Перекрестки» с участием Бритни Спирс. Если путаю название, ну уж извиняйте, если вы в курсе, что это за фильм. Просто в комментах поделитесь со мной. А так я как-то больше по аниме. Ну и название я особо не запоминала. Вот сейчас из последних. Ген, по-моему, я начала смотреть. Причем это аниме 2019 года внезапно. Музыкальное. Ой, ногой с штатив задела, пардон. Ну это вот по фильмам. Так, следующее, что у нас тут? Так, Юлия, 8923 ник. Ну, в смысле цифры. Юлия. Привет, интересны такие вопросы от тебе. Постараюсь более конкретно. Есть достаточно прямые. В каком городе живешь? Я живу в городе Угличе. На самом деле, эта информация никак бы не секрет. Это указано, по-моему, у меня в каждом инфобоксе под видео. Ну, практически во всех инфобоксах под видео, кроме шортс. Тыркаетесь, и там внизу адрес до востребования. И вот как раз этот город есть. Ну и, соответственно, в информации о канале, в разделе, там тоже есть город указан. Почему ты сейчас не ходишь на работу в общепринятом смысле? В офис и т.д. Потому что, в принципе, последний раз я ходила на работу в 2017 году, когда у моей сестры был магазин женской одежды, заменяла там ее какую-то основную продавщицу. Я была не против работать на постоянке, но вот как было... как тогда зарабатываешь, ножи не хватает ли этого? О, сейчас будет трагедия века. Я тут с одним товарищем немножко отхожу, ну, тоже в тему начала общаться, но, видимо, это общение сошло на нет само по себе. И меня очень беспокоил вопрос,
Если вдруг будет от него вдруг вопрос, на чем я живу, и я скажу, на чем я живу, и там будет анальный спазм, потому что не знаю, как сейчас, но вот буквально там уже года 4 назад некоторые подписчики, когда узнавали, что у меня инвалидность, у них такая реакция была. Будто, извините, я вот была человеком, стала говном. Короче, я 8 октября 1999 года я попала в автокатастрофу. Мама с дедушкой погибли, а я нет. Из-за чего мне случилась посттравматическая эпилепсия, из-за чего мне случилась инвалидность. У меня вторая группа инвалидности, инвалид с детства считается. Или инвалид детства, хрен знает, я немножко не помню точно эту хренотень. В общем, сейчас моя пенсия последние 2 месяца, 18 100, обалдеть. Ну, короче, вот она у меня есть, как бы, кто-то мне там что-то донатит, спасибо вам, кстати, Ульяне хочу сказать спасибо, потому что, ну, и в титрах это будет, потому что, как бы, я еще ничего такого не монтировала, куда бы это можно было в титрах сунуть, кроме шорциков. Иногда у меня бывают всякие какие-то мелкие шабашоночки. Иногда меня просит подружка погадать на картах, и ей неудобно спать на потолке. Она говорит, сколько я тебе должна? Я долго думаю какую-нибудь минимальную сумму, она мне говорит, нет, ты что, сейчас цены выросли, вот столько-то я тебе должна. Я говорю, окей, вот как-то так. Хватает ли этого? Ну, не то чтобы там вот, я особо не шикую. Но я смогла там что-то себе купить. Периодически я что-то себе покупаю. Но, может, конечно, на что-то глобальное мне не хватает, допустим, по миру поездить, у меня денег нету столько в одно лицо, потому что даже одноместные номера всегда дороже стоят, чем двухместные, а мне просто тупо не с кем ехать. А с кем-то левым ехать и делить этот двухместный номер, фиг знает, какой человек попадется. Это как начало. В целом, можешь хоть часовое видео снять с рассказом о себе для новых зрителей. Я однажды это запишу. Так, Лина М. Я не знаю, можно ли это считать вопросом, но оставлено месяц назад. Как вам идут прямые, такие прямые волосы? Лёля, можно как-нибудь глянуть вид со спины? Вот я пыталась заснять как-нибудь вид со спины, но потом что-то у меня пошло не так, и я забыла про это. Вы вообще стриглись в последнее время? Последние года два, мне кажется, я не стриглась. Последний раз я очень неудачно подстриглась за 500 рублей в каком-то салоне красоты. Я хотела, чтобы мне сделали каре. Я даже сказала, чтобы мне сделали каре. Меня записал человек к этой парикмахерше, который у нее регулярно стрижется, мой близкий родственник, и сказал, что мне надо сделать каре. Не короче, чем каре. А так как я плохо вижу, и мне кажется, там Адам меня смотрит, наверное, может быть, не смотрит, может... Не, я, во-первых, думаю, что меня смотрела эта мадам, и, скорее всего, это какая-нибудь хейтерша, и, скорее всего, она была, возможно, неровно дышала к чуваку, который очень долго портил мне жизнь, сталкеря меня. Короче говоря, мне сделали челку, и что-то было, вот, знаете, средние века, блюдечко такое одели и подстригли, в общем... Я матом подумала, мне хочется сказать этим матом, но все-таки мы не будем это говорить матом, это «А ты Израиль» был. Она, конечно, мне все ровно сделала, у меня это все вот эта челка, вот она, вот эта челка. Я, наверное, уже эмо-челка какая-нибудь там, хиппи-челка, не знаю, есть какая-нибудь там челка. Короче, челка у меня уже отросла, у меня все сравнялось, все окей. У меня очень сильно выцвели волосы, благодаря тому, что вот она меня подстригла так вот. И мой друг, когда ему жаловалась, что ёшкин кот, что за писец, я очень вежливая, я ей сказала, ну, отдала деньги, сказала спасибо. Чего я ей должна была сказать? Верни мне мои волосы, собака женского пола, которую ты у меня отстригла, воспользовавшись тем, что я плохо вижу. Дрянь. И пытаетесь отращивать. Короче, после того, как она меня отстригла, я их пыталась отращивать. Так вот, люди некоторые думают, и Вахтанг в том числе, что это милирование или что-то в этом роде, или тонирование. На самом деле у меня волосы выгорели на солнце 2 года назад в деревне. В прошлом году они добавились, потому что я ходила с хвостом. Без хвоста это было то, что пчела летит, так и фига. Позапрошлым летом меня пчелы кусали только так. Прошлым летом они меня кусали, когда я ходила в кепке. Потом мы поняли, что, наверное, пчелам, нашим пчелам кепка не нравится. Да, у нас в деревне маленькая пасека. Семейная, с 1929 года наша семья занимается пчелами. Так вот, я ходила уже просто с хвостиком, ну и где-то прятки как-то так вот попадали на солнце, они выцвели,
И вот, это мой естественный цвет волос, просто выгорел слегка на солнце. Сечёные концы не беспокоят. Кстати, очень давно уже не беспокоят сечёные концы. Меня как-то подстригли тоже не очень удачно, но в другой парикмахерской. Ну, как бы так, как я хотела, но не совсем так. Но подстригли так, что с того момента у меня не было больше сечёных концов, на моё счастье. Но я просто решила в видеоформате это ответить. Не знаю, насколько это точный вопрос был, но... Так, и я, 8483. Расскажите, пожалуйста, какое у вас образование, где, на кого учились, совпало ли то, кем мечтали стать в детстве с реальностью? Мечтали ли переехать жить в большой город, типа Москва, Питер, или, может быть, мечтали жить в другой стране? Спасибо. 2 месяца назад был вопрос задан, я что-то... Меня клюкануло, думаю, может, я там... Нет, все пишется, слава черту. Короче говоря... Да, кстати, сатана женщина. Это если к черту. А, расскажите, пожалуйста. В общем, у меня школа 11 классов, потом, значит, культпросвет училище, библиотечная специальная, 3 года я заочно училась, а потом 6 лет заочно училась у меня высшая культурология. Как сказал наш любимый с моей подружкой, она тоже училась на культурологии, только годом раньше, препод товарищ Азов, Андрей Вадимович вроде, пить, курить и материться вы будете дома. Культуролог, короче. И на культуролог, изначально на библиотечную я пошла как бы, ну там был попутно рисунок, это если в дебри убираться, но когда я туда пришла, рисунка уже там не было. Я металась между рисунком, музыкой и библиотечным, потому что мне сказали, если ты закончишь библиотечную, мы тебя возьмем, ну, работать как бы. А моя мама изначально была библиотекарем. Я проработала 2 лета подряд по 2 месяца на замене. Потом мне сказали, если я пойду на высшую культурологию, а там как раз моя подружка на 10 лет меня старше училась, работая в той же библиотеке, то меня возьмут на постоянку. Я поперлась радостно. Но в итоге меня, конечно, продинамили. Хочется сказать, о чем я не жалею, потому что, в принципе, мне очень нравилось просто учиться, вот эта вся тема, там политология была, экономика, и одного черта только не было, и вся эта разновидность культурологии, около культуры, науки около культуры и культура около наук. Как-то так. Так, совпало ли с тем, кем мечтали стать в детстве? В детстве я мечтала стать кем только не мечтала, мне кажется. Я в детстве хотела стать археологом, но потом узнала, что надо сидеть на солнце, миллиметр от миллиметра кисточкой очищать. Во-первых, на солнце мне нельзя было быть, потому что я посидела на солнце 15 минут ногой. И хлобысь с мигренью на 1,5 суток. Смысл? Ну, мне нельзя на солнце быть. Мне как-то вот загорать, я иногда вот периодически бывает, что загораю, но я полежу на солнце, а потом ласты отклеиваю. Так, не спать, телефончик. Так. Ну, в общем, я узнаю от мамы, что археологом быть на самом деле очень геморно. Потом я хотела быть фармацевтом, но попала в ДТП, зрение стало с -6,5 до -20,5, потом до -13,5, которая сейчас. И химичка, у которой я училась, сказала мне, ну ты попала в ДТП, а что тебе, все равно уже это как бы... Я шла на пятерке, а она мне стала ставить так четверки. Мне стало уже просто как бы думаю, а что я тут из кожи вон лезу, учу, что-то понимаю, соображаю. Я забила, раз мне сказали, что мне это не светит, а потом вдруг я узнала, что на фармацевта, если идти, то там надо препарировать лягушку. Я-то от вида крови в обморок падаю, какая нахрен лягушка. Ну, короче, я много кем хотела быть. Маман моя в детстве агитировала меня быть библиотекарем. Я даже там что-то где-то как-то в каких-то мероприятиях с ней участвовала. Помню, играла королеву книгу. Я не знаю, жива мне эта фотография или нет, потому что мама уволокла фотоаппарат в библиотеку. Библиотека тогда еще была в другом месте, в здании, где сейчас какая-то кафеха. Как библиотека переехала в другое место, и там открыли эту кафеху, я так там ни разу не была. Сначала мне было как-то противно, думаю, блин, вот, ну, решили библиотеку своего здания. Зато открыли там кафе. Ну, что лучше для людей и детей, детская библиотека? Кафе или библиотека? Короче говоря, опять ногой задела штатив. Ноги длинные отрастила. Ох. Там были фотографии, я хотела забрать мамины фотографии, какие-то работы мамины мне отдавали, а какие-то, ну, они на фотографии, видимо, потерялись. Ну, или выкинули, я не знаю, мне кажется, это... Я еще и по этой части не ходила в библиотеку потом, чисто даже глянуть, как она сейчас там выглядит, потому что...
Ну, вот у вас есть какая-то наработка, и вы так халатно относитесь к тому, что у вас имеется, к своему же собственному труду. Так что, может быть, и можно сказать, что и библиотекарем, как бы, может быть, хотела бы быть. Вообще, моя мама хотела. Наверное, совпало с тем, с кем я хотела быть, потому что в детстве вообще еще хотела быть свободным художником, то бишь работать дома, заниматься, рисовать там, что-то еще делать, и делать тогда, когда хочется. Я же сейчас чем-то таким занимаюсь, заниматься творчеством, но творчеством и занимаюсь. Мечтали ли переехать жить в большой город, типа Москва, Питер? В Москву приезжаю погулять. Через пару часов конъюнктивит. Утро в китайском квартале. Не знаю, я в Москву в детстве ездила с мамой там на пожить, она училась, а то все просто в гости кому-то так вот. Ну, в Москву надо ездить чисто погулять туристически. От Питера я тоже как-то особо его восторга не чувствую, туда тоже приезжать чисто погулять. Мне нравится вот этот мой, свой, наш вот этот Углич город, город, в котором я живу, и у нас с мамой была такая тема, что мы хотели с ней путешествовать по всему миру, но всегда возвращаться в свой маленький город. Вот так. Так. Может, мечтали жить в другой стране. Тоже такого не было, если только вот на экскурсии куда-то вот. Съездить там месяц где-то пожить, потусить, вернуться обратно. Так. Следующее, что у нас тут? По-моему, от того же человека. Никто же. ИА 8483. Очень интересно послушать про экономию и распределение финансов, как удается выживать на небольшую сумму. Татьяна, да, у меня такой же вопрос, особенно про экономию. Интересные люди. Вот знаете, я тут писала какой-то Мунбанк с экономией. Он забрал до хрена просмотров для меня. Оно как-то все тыркалось на эту экономию. Потом я записала еще один Мунбанк с экономией, и он как-то ни хрена не набрал просмотров. Я еще подумала, я повторяюсь уже, когда веду этот, говорю этот Мунбанк, в смысле, я пишу этот Мунбанк, я говорю, и думаю, я же не могу ничего нового сказать, я уже все основное сказала. Ну, про экономию как? Постараюсь как-то более-менее вкратце. Допустим, если у вас есть сад или огород, это, конечно, трудозатратно, но вот вы повпахивали там, а потом у вас свои овощи. Ну, вот с подругой одно время как-то говорить такую тему. Я говорю, ну, вот смотри, можно это все купить теперь. Кучу всего, даже зимой вот эти помидорки, там огурчики. Я говорю, и она, ну ты же не знаешь, чем их поливали, как их поливали. А тут свое все, как бы... У меня даже был такой момент, я года 3 назад впервые в жизни купила картошку. Я ее покупала так вот, с каким-то между брезгливостью и опаской. Ну, я как бы знала, что я могла у родственников или друзей есть эту покупную картошку, но ничем от обычной домашней не отличалась, они по вкусу не так. Я покупала по 2-3 картошинки, и вот я не знаю, как передать, но такое ощущение было, там, вот такое что-то. Короче, если есть огород, подсобное какое-то хозяйство, то, соответственно, это уже экономия, потому что ты можешь тратиться только на мясо. Ну, если у вас вдруг курицы, кролики, там еще что-то, в какой-нибудь сарайке, как у моих родственников, близких есть, то, соответственно, вы экономите и на мясе, и на яйцах уже. Или даже на молоке, вот у женщины, у которой я беру козью молочку, когда она бывает, там, соответственно, экономия уже на молочке, потому что молоко, простокваша, это сметана, масло, творог, сыворотка, все. Родились козлята, подросли козлята, кирдык козлята, появилось мясо. Ну, в общем, как бы, если есть вот это вот, огород или сад, то, соответственно, уже какая-то экономия есть. У меня был одно время загон, я узнала про аквафабу и заменяла этой аквафабой все практически, что можно. Я, правда, у меня не помню, омлет я не пыталась делать из аквафабы. Аквафаба – это водичка, если вдруг кто не знает, из консервированных нута, бобовых, короче, нута, горошка зеленого, фасоли. Можно даже просто сварить эту фасоль или какие-нибудь бобы, нут, там тот же маш, и зернышки в одно место – а водичку процедить, чуть-чуть уварить, другое место. Ее можно завораживать, хоть не знаю сколько раз, много раз замораживать, размораживать. И 3 столовых ложки этой аквафабы, это равно одно классическое куриное яйцо. А 2 столовых ложки, допустим, это белок. Можно сделать белковый крем, сахар и аквафаба. Можно сделать безе. Можно добавлять эту аквафабу в тесто вместо яйца, допустим. Но это и к веганам, наверное, ближе. Итак. Так, как удается выживать на небольшую сумму? Я даже не знаю, как я уже не могу.
Последние пару месяцев я вообще не в курсе, сколько у меня денег в кошельке. 2 с чем-то тысяча наличкой. Ну, как бы я недавно заглядывала, знаю. И я не считаю, что у меня вот такое прям выживание. Просто у меня бывают заходы, что я вот могу есть только мясо, плюс какой-то гарнир. Или вот только там какие-то овощи или какие-то крупы. Меня иногда торкают там на какие-то мак перуанская, еще какая-нибудь лукума, там прочая требуха. Что-то мне заходит, я повторяю это, покупаю. Что-то мне как-то вот попробовала, и оно стоит годами, что с ним делать не знаешь. Если по поводу экономии, ну можно, допустим, купить мыльную основу. Раньше я страдала мыловарением. Спасибо тем зрителям, что мне дарили всякую мыльно-рыльную хренотень, потому что это реально экономит бюджет, как бы. Ну и мне становится лениво делать это. У меня где-то лежит килограмм с лишним мыльной основы. Можно купить за 400 с лишним рублей, грубо говоря, килограмм мыльной основы. Наделать этих мылок, эфирное масло, там еще что-то, вот вам мыло. Как-то попрыгать с бубном, наделать то, чтобы оно и мыло, и умывалка, и крем, ну, как вот этот твердый шампунь, да, вот. И мыло, чтобы тушку помыть, и мыло, чтобы голову помыть. Этим же мылом можно посуду, в принципе, помыть. Что еще? Можно купить порошок горчицы, развести его водой и им вполне себе мыть посуду. Я вот купила семена горчицы, хочу на днях сделать масло горчичное в своем маслопрессе. И вот этот жмых потом измельчить и посмотреть, можно, получится ли вот тот самый порошок горчицы, которым можно помыть посуду. Были у меня такие загоны, что я одно время вот, ну, мыла горчичным порошком. Еще для себя сделала эксперимент. У меня, конечно, тогда видео было, и было кому похейтить, было кому повозмущаться, кто более профессионал в этом, чем я. Я пыталась из золы сделать себе мыло. Ну, там надо щелочь специальную, еще что-то. Но когда отвариваешь эту золу, горячего дели просто, а потом этот отвар с золой смешиваешь с горчичным порошком, то получается очень хорошее моющее средство. Экономия. Распределение финансов. Раньше я конкретно так распределяла финансы там за коммуналку. Учитывая, что жила в трешке до 14 апреля 2018 года. И там выходило зимой где-то 6-7 тысяч за коммуналку вместе с отоплением. И где-то 3, ну иногда 2,5 летом, когда нет коммуналки, соответственно. Здесь однушка, я плачу иногда 6 тысяч зимой. Однушка за отопление, там еще что-то. Предпоследний месяц у меня что-то 3 с лишним тысячи от отопления было. Я когда сюда переезжала, ну, в смысле, когда мы меняли трешку на однушку, ту продавали, ту покупали, мы думали, что как бы коммуналка даже меньше будет. Из плюсов тут убираться меньше, потому что однушка, а не трешка. А потом как-то у меня пошло, ну, я не знаю, мне хватает. Так и дается выживать на небольшую сумму. Я думаю, лучше просто я постараюсь сделать ссылку в закрепленном комментарии на те два мукбанга с экономией, потому что, мне кажется, повторять третий раз вот это все смысла нет, плюс я могу что-то забыть, а там есть один какой-то мукбанг, ну, очень про экономию. И если вам интересно, просто гляньте, когда вот это будете смотреть, то в комментарии закрепленном ткнитесь на ссылочку. Потому что не знаю, что еще можно сказать. Крупы там, вот я раньше про запас покупала, потом мне случилось, что завелась моль, и пришлось выкинуть все эти крупы, которые с молью были, плюс те, которые, возможно, там есть моль, а возможно, ее нет. Я сейчас стараюсь поменьше как-то покупать, и покупать вот когда мне действительно надо. Вот закончился мне рис, не хочется мне сейчас риса. Думаю, я лучше его куплю, когда вот мне приспичит чего-то рисового. Также с другими крупами. Плюс, ну, ладно, чай дорогой, чай заканчивается. Если вдруг, вот у меня была подружка, как бы, ну, мы редко сейчас общаемся, одногруппница. И она собирала вот эти всякие травки, там, вот, иван-чай, он же кипре, еще что-то. Сушила и заваривала вместо чая. Можно купить самый дешевый какой-нибудь диту-гиту черный чай и какой-нибудь яву-зеленый чай. Кстати, яву-зеленый чай очень хороший, несмотря на то, что, наверное, дешевле, чем что-то другое. И смешивать его с всякими там листьями смородины, земляники, еще что-то. И вкусно, и бюджетно. Сейчас у меня большая часть чаев, что у меня обычно бывает в наличии, у меня отсутствует. Какие-то выпиваются совсем, и я решила пока не покупать большую часть из них. Хотя и мате вроде надо, и еще что-то, но у меня столько всяких засушенных травок, этих шиповников и так далее, этого чая, который
в большом количестве все же есть, хоть и не весь из той коллекции, что изначально было. В общем, целая полка чая, но занимает место. Я все-таки в однушке. Можно десерты готовить самим. Готовить еду самим. Я крайне редко делаю заказы, доставки вот этой. Роллы как-то заказывала, еще что-то, ну, вот готовой еды. Все это намного дешевле выходит, хоть сначала кажется, что даже хлеб вот этот печь, там мука там стоит под сотню, да, вот так 2 килограмма, я просто не знаю, сколько она сейчас стоит, там дрожжи, еще что-то, но все равно по себестоимости, по мелочи, но выходит дешевле, чем покупать каждый раз вот это все. Правда, хлеб я давно не пекла. Десерты можно делать, варенье, да, там на ягоды надо покупать сахар. Но все равно это будет дешевле, чем баночку варенья купить потом отдельно в магазине. Просто знаешь, что ты делал, из чего ты делал, там нет лимонной кислоты. Пусть ягоды и сахар, плюс-минус вода, где действительно ее надо, но лимонная кислота, еще какая-то хренотень, ну оно вообще лишнее. Такс. Добрый вечер, это я уже ответила про фильмы. Руби Серка. Лёля, здравствуйте, здравствуйте. Сразу скажу, вопросы посмотрела, но мне очень интересно послушать ваши рассуждения. Сколько бы вы себе дали лет, если бы не знали своего возраста? От 18 до 25. У нас подружка есть общий знакомый, но вообще-то ее друг, ну, как бы не одного возраста, а она меня старше на 10 лет. И однажды он ездил в Индию, не знаю, как сейчас он ездит или нет, по работе. И говорил, это лет... Лет 16, наверное, назад было. Он говорил, вот, говорит, я приехал в Индию, а там так хорошо, так, говорит, интересно. Девушка от 18 до 25, там не поймешь, то ли ей 18, то ли ей 25. Вот как-то так. Что, второе, значит, что в этой жизни вы делаете иначе, чем другие люди? И может быть я это, ну как бы, я же крашу только губы. Кстати, бальзамчик. Леночке из Франции привет, если будет это смотреть. Все круто, но, блин, пальцем неудобно наносить. Потому что у меня под ноготь забивается. Я хотела заказать какую-нибудь кисточку себе под такой бальзам. Но я что-то как-то... У меня раньше была палетка Pixi. Там были очень прикольные кисточка. Но это было, блин, так давно. Лет 12 назад. Если не больше. Короче... Я марафетчу только губы. Может быть, это как-то, ну, наверное, не как у других. Единственный раз в жизни я пыталась выщипывать брови, пошла на уговоры подружки, которая решила практиковаться и даже учиться на... не знаю кого, но дальше решение это так и не ушло. Было очень больно, я словила обморок. У меня даже глаз стал дергаться, я не выщипываю брови. Я не брею ноги. Потому что однажды, лет 17, я решила побрить ноги. Бритвой какой-то такой. У меня случилась маленькая кровка. Я словила обморок. Я подумала, нахрена так мучиться, если я тут еще что-нибудь где-нибудь побрею так, что пойдет маленькая кровка. Я не брею ноги, у меня волосы светлые, нахрен их брить. Я недавно узнала, что некоторые люди бреют руки. У меня вон светлые волосы, нахрен руки брить. Что еще? Ну, не марафечусь. Не делаю, наверное, какие-то супермодные прически. Лет 16 перестала следить за модой, потому что моя мама, она шила хорошо, помимо библиотечного дела. И она мне шила, по-моему, журналу Бурда. Там какая-нибудь мода, как в Германии на Западе, она сейчас есть, а в Россию она лет через 5 придет. У меня была куча модных шмоток. Потом со мной, ну, тетя, наверное, шастала по этим, по рынкам. Кто-то мне там что-то еще дошивал по маминым выкройкам, довязывал. И, наверное, оно как-то было модно. Я какое-то время таскала чисто розовые шмотки. Там у меня эти мои хейтеры, которые сначала, Алёль, мы твои друзья, а сейчас мы из-за угла тебя сфоткаем, отфотошапим, выставим денег и будем долго над тобой ржать. Ну, хоть кому-то я жизнь продлила. Не все же им бухать и курить, хрен знает что. Жизнь продлила благодаря тому, что они надо мной ржали, они продлили себе свою унылую жизнь. Я ходила во всем розовом. Такс. Фотография что-то моя. Юля приспичила пообщаться. В этой жизни вы делаете иначе, чем люди. Ну, может, еще что-то делаю. Мне кажется, это со стороны больше виднее, что я делаю иначе, чем другие.
Я на эту тему даже как-то не загонялась. Ну, помимо того, что вот морду лица не морофечу. Может, линзы не ношу, могла бы, но у меня вот это вот, как это в глазу ковыряется. Хотя не могла бы даже не потому, что я не могу смотреть, как в глазу ковыряются, а даже по медицинским показаниям не могу. Кто еще купит макаронную машину, чтобы пару раз делать макароны и больше не покупать ни макароны, и не жрать макароны, ну, кроме как в гостях от безысходности, и не делать эти макароны где-то раз в два года? Кому приспичит делать масло? Ну, можно было куда-то съездить, я купила масло брать. Это, наверное, тоже к экономии. Просто как бы не покупать через край того, что, ну, что не надо, или там какие-то продукты, которые портятся. Хотя у меня раньше такое было. Я могла купить пол-литра йогурта, кефира, значит. Выпить это, на следующий день еще пол-литра купить. Потом купить целую литровую баночку. Нет бы купить еще пол-литра просто. И эта литровая баночка потом стоит, помирает. Как бы моя бабушка сказала, мучается. Что делает вас счастливой? Выспаться, сходить на воздух, вкусно пожрать, отдохнуть, посмотреть аниме, заниматься хобби, пообщаться с человеком, который мне интересен, пообщаться с друзьями, покататься на велике. Да элементарная какая-нибудь фигня, вон чая попить. Наверное, легче спросить, что сделает меня несчастной. Так, кем бы вы хотели быть, нервным гением или счастливым дурачком? Я и так нервный гений. Если бы вы смогли стать самому себе другом, хотели бы вы себе такого друга? Конечно. Я вообще очень хороший, уникальный, положительный человек. Немножечко нарцисс. Ваш самый большой страх стал реальным? Мне скорее фобия, это боязнь воды, но в детстве вот меня было не загнать туда, чисто на бережку посидеть, побузыхаться. Потом я по щиколотку заходила, по колено. Однажды меня разговорами утянули по шейку, я думала, я откинусь. А когда поняла, что я уже стою вот так, в воде, ё-моё. 3 года назад я начала учиться плавать в кругу. Мне еще мамина сестра старшая, ну, тетя моя, сказала, мне это была и этот, моя первая учительница. Ну, что, к 40 годам научится? Я говорю, да что, я научусь раньше. Мне 40. В прошлом году как-то не вышло, позапрошлом году я нашла этот круг, но как-то не получалось. А позапрошлом году я потеряла этот круг, забыла, куда сунула. А он на самом видном месте лежал, говорю, и, наверное, подхихикивал на меня, глядя. Типа, о, ищет меня. Так, потом, ну, я как бы боюсь бабочек. Но иногда я могу вытерпеть этих бабочек, ну, как бы это. Я боюсь замкнутых пространств. Меня сильно крыло, когда я сдавала какой-то зачет по информатике. А это язык не поворачивается назвать человека человеком, учителя человеком. Сволочь, узнав, когда у меня клаустрофобия. А там такое полуподвальное помещение, ни окон, ничего. Заперла нас. Нескольких девочек. Может, парень-то был, фиг знает. Ну, короче, нескольких студентов заперла изнутри. И свалила на 2 с лишним часа. Прекрасно зная, что один человек с клаустрофобией. Ну, не мразь ли? Ее вроде потом уволили, насколько мне известно. Я радовалась. Так, самый большой страх. А так, наверное, это, знаете, человек с кладбища, с другого конца города, в 2 ночи, на другой конец города идет летом по темноте, хреново видя. Какой нахрен страх? Без башни. Так, какое у вас самое счастливое воспоминание детства? Нашли что спросить. Как бы моя одноклассница сказала, я старая женщина. Какие воспоминания? Я не знаю, наверное, там, может, много каких-нибудь воспоминаний было. С маман и папашкой съездили в Крым. Правда, я там травилась и сидела на горшке. Из-за того, что травилась в 3,5 года. Мы купили дом, в который сейчас вот у нас до сих пор в Моисеевском. Бабушка, которая ко мне относилась хорошо, только когда мама была замужем.
либо в редких случаях, когда уже после ДТП бывали такие моменты. До нее вдруг доходило, что я все-таки неплохой человек, раз ей помогаю, как бы, что я не виновата в том, что я не погибла, ё-моё. Или я не виновата в том, что моя мама погибла, а я не погибла. В общем, отец с дедушкой разбирали двор и заново его строили. Ну, в смысле, уже разобран двор был, они переделывали сени, там немножко выход. И вот, если кому интересно, я делала обзор дома в деревне, вот, сам внутри, как оно есть, просто на канале, гляньте. По поиску можно это найти. Либо в альбоме в плейлисте «Деревенская», скорее всего, там. Короче, они, отец с дедушкой, делали, в общем, двор вот этот, лесенку, ступеньки, огород, но так немножко под горочку. Мама там что-то делала, а бабушка пекла оладушки в виде гусей на костре, на вот обычной советской такой сковородке. Хорошее воспоминание из детства. Ну, вот сейчас оно просто вспомнилось, наверное, еще какие-то были. Самое счастливое воспоминание из детства. Мне 3 года, мама идет с работы, я с подружкой, которая меня на пару месяцев старше, во дворе на лавочке играю во что-то. У нас карты уже были, мы в 3 года уже карты раскладывали. Гадальная игра, я фиг знает. И маман ко мне идет, как бы было принято, что вот идет родитель, а ребенок к нему бежит. Я какая-то, наверное, была это слегка цундера, может, не знаю, я всегда думала, ну зачем это делать, если я так... Ну, как бы все делают, что вот идет мама, а ты к ней бежишь. Шла мама, я смотрю, ну идет мама, ну что я к ней побегу? И она ко мне подходит и дарит мне обезьянку. У меня первая обезьянка случилась, Жаконя. С этого пошла коллекция обезьян. А на 8 марта муж моей подруги, которого, в принципе, я знаю лет 16, потому что он в художке был, а я в художку ходила в 10 классе. Ну, с середины 10 класса, наверное, даже не с 10 класса, а с 11, потому что в 10 классе мне особо ходить-то нельзя было никуда. Ко мне учителя на дом приходили, потому что я такая полулежачая была, малоходящая после ДТПшки-то. Короче, подарили мне 2 обезьянок. А у меня все обезьянки по именам практически. Где-то записаны все эти обезьянки по именам. Я говорю, слушай, говорю, как мне их назвать? Там, можно сказать, мальчик и девочка. Я говорю, может, мне, говорю, назвать? Ну, в смысле, как вас, говорю, муж и жена, типа, этими именами. Она говорит, так и назови. Так. В чем разница между жизнью и существованием? Вот у меня жизнь. А мне кажется, вот Слава, Ила Эрни, Дьяволу, кому-нибудь еще, Мадаками, бабушка меня... с августа 18 года доставала на YouTube и где бы только можно, и в Инстаграм, и ВКонтакте, и в WhatsApp, и в Телеграм, и черт знает где по телефону тоже. Наконец-то от меня слава черту отвалилась. Так вот, я думаю, что ее жизнь вот в этот период с августа 18 года по, может быть, не знаю, январь этого года или декабрь прошлого года, я не помню, когда она отвалилась, когда я там забанила, я перестала вообще меня где-то высирать. Вот у нее это было существование, потому что ты вот своей жизнью не интересуешься, ты интересуешься кем-то другим, ты мониторишь другого человека, ты вот какой-то между хейтом, любовью, черт знает чем. Или вот, ну, бухарики какие-нибудь, которые вот только пьют, лишь бы вот было что выпить. Или курят там. Я не против вот этих всех, пока они меня не трогают. Люди, у которых нет какого-то своего хобби, которые живут чужой жизнью и при этом не в кайф это им, а именно, чтобы позлорадствовать, там, похейтить, вот, мониторить, там, гадость какую-то написать. Люди, у которых даже такого хобби нет, которые вот дом, работа. Или сидят там на шее. У меня был такой, ну, несостоявшийся парень. Это, наверное, камень в огород внешности людей, потому что... Может быть, это плохая часть меня. Я могу общаться face-to-face в реале с человеком, только если у него очень, ну, для меня его лицо красивое. А тут общаться по телефону было интересно. А когда встречаешь его, мама дорогая, Франкенштейн. Так вот, он был меня старше на 5 лет, сидел у матери на шее, ни черта не делал вообще. Не работал, не учился. Вот существование. Бесцельное какое-то. А жизнь это... Да что у меня, блин, жизнь. Хотя, наверное, для кого-то это существование. Так.
Это у меня закончились скриншотики. Сейчас я пойду в этот в приложение Гугля. Во комменты. Ух ты, тут кто-то или это все. А, это, наверное, тоже. Надо поставить. Надо вообще вот это убрать, чтобы открылось. Так. Привет. 16 часов назад. Хайседел, я не знаю, может, я неправильно ваш ник произнесла. Привет, привет. Интересно было бы послушать про твое увлечение, чем обычно занимаешься в свободное время и как вообще к тебе пришла мысль завести YouTube канал? Как вообще пришла завести мысль YouTube канал? Есть отдельное видео, посвященное каналу. Но если вкратце, то я до того, как вести канал, вообще вот воспринимать YouTube как канал, а не как площадку для архивных видео, чтобы скинуть что-то, а потом взять код и вставить в блог. Я вела блог на Тифаретнике. Тифаретник, он же LGR. LGR по образу и подобию созданный как ЖЖ, только, ну, как живой журнал, только LGR. Создал Миша Вербицкий, программист, математик, это все. Ник у него был Тифаретник есть, и, соответственно, блог Тифарет, точнее, у него ник Тифарет, а по его нику LGR называется Тифаретником. Я вела текстовый блог. Вела еще на нескольких площадках текстовые блоги. Ну и как-то вот оно потом перешло еще и на YouTube. YouTube чем хорош? Тут можно писать текстовое сообщение в разделе сообщества, даже фотку какую-то прикрепить, правда, квадратную, а-ля Инстаграм. Можно выкладывать свою музыку, можно что-то снимать и накладывать на свою музыку, можно тексты зачитать. Я помню, что я что-то обещала эти тексты свои зачитать. Вот и ныне там, когда-нибудь сделаю. Ну и, в общем, просто есть отдельное видео, посвященное тому, как я пришла к созданию канала. Я думаю, просто оставлю ссылочку в закрепленном комментарии, чтобы не занимать лишнее время. Так, интересно было про твое увлечение. Есть тоже видео насчет моих хобби. Ну, наверное, сейчас более актуальное хобби. Это вот веду я иногда Инстаграм. Пишу я бложек в телеге. Иногда я туда выкладываю в соседний бложек свои рисуночки какие-то новенькие, либо старенькие, и пишу про них вот так вот. Что это за рисуночек, с кем он был связан, что там подобное. Что-то подобное было в Инстаграм, когда я ждала вот эти свои очки 2 недели. Как раз у меня, как раз приперся ковид в Россию. Я ни черта не видела. У меня не было никаких рабочих очков, кроме сильных на минус 7, в которых я, 7,5, минус 7,5, в которых я могу не более 30 минут в сутки провести. И то они у меня исключительно очки для стрижки ногтей на ногах. Да. И я, соответственно, печатала, ну, надо было хоть как-то что-то. Я не могу ничего не делать. У меня была очень сильная трагедия, когда мне 2 с лишним месяца нельзя было телевизор смотреть, читать, вообще что-то делать. После того, как мне в 13,5 лет сделали операцию по остановке зрения, у меня еще белки были такие кровавые. 2 месяца ходила с кровавыми белками. У нас тогда была девчонка, с которой мы вместе, нам вместе делали операцию, мне на 15 минут раньше, чем ей. Мы с ней познакомились в больнице и тогда еще общались, дружили. Она даже была моим соавтором в некоторых моих прозах. И у нас была с ней фотка такая, у нее-то глаза просто нормальные, ну вот как на фотик обычный кодек, фоткаешь там эти зрачки красные, да, а у меня еще и белки красные, нас называли сестры дьявола. Я даже не помню, почему и от чего оно так пошло. Так вот, теперешние мои увлечения, это, наверное, ну, YouTube вести, бложек снимать, потом этот, Instagram, Telegram, рисую я внезапно снова людей. Я как бы по сети познакомилась с человеком, очень интересным, и внешность у него такая, как мне нравится, и мне что-то нравилось его порисовать. Правда, мы сейчас не общаемся, не знаю, совсем не общаемся, или просто временно не общаемся, даже уже как-то не загоняюсь, потому что так-то у меня есть такой хороший друг, которого я тоже рисовала, сетевой. Вообще у меня очень много сетевых друзей, с кем я вот в реале пересекалась 1-2 раза в жизни, но до сих пор друзья. Так вот, вот это блогерская деятельность, хобби, да, рисунок, музыка. В деревне я что-то писала, а так как у меня с названиями туго, то у меня либо посвящение как кому-нибудь, тому же другу, и потом какая-нибудь тупая, какая-нибудь идиотка думает, что там любовь у меня. Нет, просто он меня выбесил, и я вот ему это посвятила. Либо номера, либо у меня какие-то есть названия, но тогда ж, тех времен тогдашняя подруга давала эти названия. Он песня
«Песня торжествующей любви». Она что-то тогда читала, ей понравилось название. И она ко мне пришла, я говорю, вот тут написала новую музыку, я тебе сейчас сыграю. Скажешь, что у тебя оно вызывает. Вот, если у тебя нормальная какая-нибудь фраза выйдет к названию, это название и будет название. Потом что? Раньше я бисероплетением увлекалась это, чем-то еще. Сейчас, в общем, рисунок, музыка иногда. Раньше был период жизни, что я играла на пианино, только когда мне грустно. Сейчас я иногда, вот у меня подруга ходит заниматься на пианино, она приходит, я, значит, этот, что-то делаю, она играет, она уходит, иногда забывает закрыть крышку, я смотрю, пианино открыто. Ну, на чем поиграть? Правда, раньше я с закрытыми глазами могла сыграть того же My Angel номер 53, а сейчас я лет 6 назад я открыла ноту, думаю, блин, это я писала? Как я вообще это писала? Ладно, как я это писала, как я это играла. Как-то вот так. Кататься на велике, шастать где-нибудь с фотиком, ну, в смысле, с камерой, либо с телефоном пофоткать. Снимать кошку свою, фотки, либо шортики. Это, наверное, тоже к увлечениям. Готовить что-то странное. Сейчас, правда, меня больше плющит делать масло в маслопрессе. И из мыха что-то фигачить. Мне вчера мамина подруга написала, ты, говорит, это кулинария сейчас? Я говорю, да, кулинарию. А тортики делаешь? Я говорю, даже печенье уже года полтора не выпекала. Как-то, говорю, не идет. Максимум из десертов вот халу на основе жмыха, семян и орешков, ну, после маслопресса, то, что остается с медом, смешиваю, чтобы было шоколадную пасту на основе какао-бобов, или там из желатина и ягод замороженных делала мармеладик. Травособиранием занимаюсь, когда вот лето, ну, когда вот все растет, допустим. Так, мои увлечения. Мангу перевожу, ё-моё, как я про нее забыла. Буквально же вчера релиз ваяла. Но мы ее с товарищем ела вместе. Я в 2015 году все-таки созрела постучаться. 7 ноября попала. Вообще 6 постучалась. 6 ноября постучалась в одну группу, тогда еще сканлейтерскую. Она уже года 3 как-никак, ну, не существует. И из всех, с кем мы там общались, у меня в итоге вышел только один друг, с которым до сих пор общаемся. Иногда по видеосвязи или аудиосвязи общаемся. Даже обмен посылками у нас был, когда это было еще возможно, учитывая, что он из Японии, в Японии живет. И у нас с ним вот эти переводы спин-оффа по Мадоке в основном идут, по фандому Мадоке. Может, еще что-то я забыла? Ну, короче, сканлейт, блогерская деятельность, кулинария, рисунок, музыка, фотография. Шастать по всяким местам непонятным, ушла в поле на 5 минут, пришла через 4 часа в деревне, либо тут. Травособирание. Наверное, так. Иногда я что-то пишу до сих пор. Вот бывает что-то, я пишу там стишок какой-то рожаю или какую-то маленькую прозочку. А, еще отзывы. Как я про них могла забыть? С 30 апреля прошлого года я возобновила написание отзывов на сайте Recommend. Вот. Так, следующее. А, это же не скриншот, думаю, почему он не перелистывается. Привет. Кофе Кап 3497. Ник читаю. Привет, про музыку интересно, которую ты пишешь. Ты училась где-то или как? Я училась сначала в веселых нотках с 3,5 лет до 6, что ли, фиг знает. И параллельно последний год веселых ноток я училась в нулевом классе музыкальной школы, потому что туда брали 7 лет, а я ж, ну, как бы пошла в нулевой класс, можно было из 6 пилить. Но я потом заболела, ну, короче, как, у меня сестра пошла, значит, на какое-то эстетическое отделение музыкалки, и ее мама уговорила мою маму перевести меня туда. И я 2 года училась в 4 классе вместо 5, потому что если переводиться, то надо было, вот год теряешь. Плюс, как бы, нулевой, первый, второй, третий, четвертый. А потом я заболела в 9 лет. Полежала в больничке с сердцем и желудком. Ну, гастрит или что-то в этом роде. Еще как-то училась год, чисто на индивидуалку ходила. Это уже, наверное, по идее, мог бы быть 6-й год обучения. Но у нас был это 5-й класс. В общем, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5. И после уже года на индивидуалке я ходила чисто на специальность, мне врачи запретили заниматься, потому что я стала очень сильно болеть, и дохнуть, чахнуть и так далее. Я год пропустила, мы хотели продать пианино, потом пианино все-таки не продали.
И я потом пошла, 3 года училась еще в музыкальной студии Дома творчества. Потом пошли экзамены, ну, я попала в ДТП, какой-то период не ходила. Потом после ДТП я еще ходила, а потом пошли экзамены, подготовка к это 11 класс выпускной, и я уже тоже там где-то, может, с апреля перестала ходить. Потом я с 16 лет меня познакомили, я еще тогда, по-моему, даже занималась в Доме творчества, с женщиной, которая занималась композиторской деятельностью, ну, в смысле, занималась теми, кто сам пишет музыку. И причем бесплатно. Ну, нам религия запрещала бесплатно заниматься, мы им, ну, давали там, ну, как-то вот что-то такое, я ей помогала с чем-то, она мне помогала с этим. И я занималась композиторской деятельностью, композиторской, такими занятиями, вот этой композицией с ней. Я помню, она сначала меня высмеивала, что я написано так, а играю я как-то каждый раз по-разному, импровизация типа джаз или как он, блюз, джаз, я путаю все время. Когда вот играют, и сегодня так сыграли, завтра другая аранжировка. Потом она высмеивала меня перед другой девчонкой, мне 18, ей 14, это ей, да, 4 года разница, ей 14. Потом я пару раз съездила на конкурс композиторов и тогда узнала, что оказывается, если у тебя нет мамы и папы, мамы хоть кого-то из родителей из музыкальной школы, или хотя бы даже потому, что у тебя, если у тебя нет вообще живых родителей, то, соответственно, ты пролетаешь, каким бы там у тебя дохрена материал крутым не был. Но я помню тогда, в общем, как-то очень сильно пытались унизить, и учительница со мной потом перестала какое-то время общаться, будто это я была виновата. Хотя там было так, что я сижу, жду вот этого прослушивания, а ко мне никто не пришел, или пришел один человек, и посидел со мной, посмеялся, сказал, ты что, не понимаешь, вот ты прошла во второй тур. Это круто, но дальше ты не пройдешь. И мне тупо из 10 человек, вот именно мою грамоту, что я там участвовала, то, что вот этот, что-то там заняла и так далее, ее внезапно теряют. Мне потом, конечно, сказали, что это, ну, как бы не внезапно все было, и так понятно. И я тогда это очень расстроилась, еще учитывая, что всякого дерьма выслушала от преподавателя. И я к ней очень хорошо относилась. Но был такой период, что она потом стала заниматься с девочкой, которая со мной, ну, моей одноклашкой, словно на ухо наступил, пением. И занималась у меня дома, потому что та жила рядом, ну, недалеко от моего района, учитель на другом конце города, и у меня дома было пианино. И был такой момент, что она занимается с этой девочкой, я только сейчас поняла, что там имя такое же, как у ТКНН, уходят по домам, и эта девочка книжку преподавателя засовывает между стеной и пианино, как выяснилось. И меня потом обвиняют в том, что я украла эту книжку. Я могла бы ее украсть, если бы я пришла кому-то. А тут выходит, извини, ты оставила эту книжку у меня. И мне это было очень неприятно, потому что человеку я относилась очень хорошо, всегда поддерживала, помогала. И вот после этого я уже как-то стала дистанцироваться от нее. Она мне периодически ВКонтакте пишет какую-то дичь, пересылает. У нее пара моих книжек, которые она до сих пор не вернула. И чем дальше идет вот это странное общение спамное, тем больше я не воспринимаю человека как человека. И все хорошее в прошлом уже как-то постирается. Я даже хотела потом идти после кулька в Собиновское училище, но что-то меня как-то попустило, на мое счастье. Потому что я, если честно, не понимаю, как бы я себя чувствовала, если бы я занималась только чем-то одним. Потому что вот этот треугольник, текст, рисунок или музыка, я не знаю, что одно выбрать. Для меня это очень сложно. В детстве меня мама хотела дать одновременно в музыкалку и художку, но ей кто-то сказал, она очень такая, слушала то, что не надо. Что раз я такая вся болеющая, часто в детстве болела, у меня там и мигрень была, и с детства у меня проблемы со сном были, то либо в музыкалку, либо на рисунок. Но для музыкалки у меня была маленькая рука. Я ее растягивала, был такой мячик. Я, конечно, могу взять и октаву, 8 нот, иногда чуть-чуть потянуться, но у меня все равно маленькая рука. И в художку я уже пошла в 10-м, ну, в общем, в конце 10-го, в 11-м классе, чисто чтобы поставить эти тени. Потому что, в принципе, рисовала. Мама тоже, в принципе, рисовала, но без художки всякой. Так, сейчас еще что-то пишешь или уже все, не до этого? Пишу, вот в деревне 3 музыки написала.
Потом с Никитосом посрались. Написала, он меня выбесил, я написала что-то. Так, с... Причем я так поняла, ему очень порадовало, что мы посрались, а я что-то написала. Может, это приятно, когда тебе что-то посвящают? Или, так, что слушаешь сейчас из музыки, и если слушаешь вообще? Так вот, я недавно открыла для себя обалденную группу, которую официально, я так поняла, они не распались, а просто у каждого из четырех человек теперь отдельная группа. Death Gaze. Вроде так. Короче, мертвый взгляд. Я под нее тайпила, там такой обалденный вокалист, японская музыка. Японский дэт-метал, там ну какой-то гранкор, что-то такое, скриминг, кроулинг у него. Практически Дима Боргер или Дэнни Филд. И я поняла, что у него голос такой знакомый, мне кажется, он в каких-то аниме пел, в саундтреках. Я давно уже не загоняюсь насчет музыки какой-то конкретной, я слушаю музыку из аниме. Вот эти все саундтреки. Я даже не всегда в курсе, кто это поет. И как его звать? Мне очень нравятся саундтреки из этой самой «Гравитации» аниме. У меня даже одно время они у меня были ну, в наушниках, слушала на других смартфонах и просто телефонах. Где-то еще лежат. Вот недавно слушала именно вот этот Death Gaze. Death Gaze, как он там? Death Gaze. Если на катакане. Так, и про пение интересно. Такая хорошая база у тебя от природы. Ты не думала взять пару уроков оперного пения или типа того? Ну, голос мне поставили еще, наверное, в веселых нотках музыкалки. Причем в музыкалке был такой момент. Моя одноклашка, которая мне однажды сказала, ты такая стала неудобная, да? Сколько у меня там по времени? Это еще есть куда трепаться? А еще есть куда трепаться, слава черту. Короче, буду очень ненавидела. Я заболела в музыкалке. У нас был хор, соответственно. И я пела высокие ноты, там, высоко. Ну, типа того. И сейчас же еще не поздно. Можно было орать, да? Можно было орать. 20-27. А она, у нее как бы голоса не было. Ее взяли чисто по блату через мамочку. Голоса не было, слуха тоже. И она это даже не отрицала. И там были как бы план, кого куда ставить. Я болела. И она подмешала так, что меня поставили на низ. Теперь я, в принципе, могу благодаря этому петь внизу. И когда я пришла, меня поставили сверху была. Поставили на низ в эти басы. И учитель еще так. Я думаю, ну неужели ты такая дура? По фамилии. Близкая к дорогому. Неужели ты такая дура, что ты вот по ребенку не могла понять, что это ребенок высоко у тебя пел неделю назад, а тут пришел, вдруг почему-то поет внизу. Меня, конечно, так это, типа, ругали, почему ты не можешь вот это. Да, ну не могу я. Ну теперь могу, спасибо. После того, как я свалила из мотоклуба, в котором было скучно, потому что когда надо было что-то решать, меня звали на долбанное собрание, а когда они хотели погулять, побухать, на мотоциклах покататься. Так мне сказали, ой, у тебя сессия, ты занята, я ж не 24/7 сессию занята. Я тут свалила. И чтобы как-то меня никто не мог найти из прошлой компании вообще, я пила 2 или 3 месяца на клиросе в одном женском монастыре. Я туда попёрлась, потому что там было объявление в газете, что они набирают группу для изучения старославянского языка и пения. Вот этих всех песнопений. Мне нравятся эти песнопения и петь, и слушать, хотя я совершенно вне религии, ни христианской, ни мусульманской, никакой бы то ни было. Но получалось так, что, в общем, я туда пришла, они сами не бельмесы, а этот Старослав, который был у нас потом в культе, в смысле на культурологии, старославянский язык и латинский, и греческий, древнегреческий, и греческий просто. У меня даже где-то еще учебник греческого распечатанный, просто книжечка, потому что Олеська дальше пошла учиться. И грек у нее тоже это все преподавал. Ну, короче говоря, мне просто нравились вот эти песнопения, мне нравилось петь. Я даже туда ходила к 8 утра на эти службы зимой через весь город Смиханги до Алексеевского монастыря. Потом я уехала на сессию. Девочка, которая моя одноклашка и занималась у меня на пианино, как раз вот тот случай с книжкой, как-то меня там подсидела. Я не знаю, что она там наговорила, но, видимо, выгоднее было и удобнее меня слить с моим высоким голосом и оставить человека, который не пык, не мык, без голоса, без слуха и даже без высокого намека. Ну, в общем, я пела какое-то время на клиросе.
Мне просто тупо это нравилось, что высоким голосом, что-то такое. Не знаю, нафиг мне этот оперное пение. Куда мне его тут сейчас? Даже не задумывалась на эту тему. Так, чего тут дальше? Привет, интересует все про экономию и планирование бюджета. Как удается выжить на небольшие деньги? На что крупное удавалось накопить? Кто учил вас экономить? Как контролировать себя, чтобы не спустить все деньги на хотелки? Это ИА-ИА 8483. Короче говоря, моя мама, наверное, научила, потому что бабушка. У нас мы как жили? Дедушка, бабушка, мама, отец до-после. Ну, в смысле... И она. И все деньги в общий общак. Но получалось так, что бабушка не очень жаловала меня, потому что мама свалила в Москву от бабушкиного гнета постоянного. Зачала меня, так скажем, родила меня, а потом вышла замуж. До того, как родить меня, мама еще раз выходила, первый раз выходила замуж в 18 лет, через полгода развелась. Короче говоря, меня она родила в 22. Так получилось, что, ну, пока мама не была замужем в статусе мать-одиночка, маме пилили все, что можно, и мне, соответственно, видимо, тоже. Когда мама развелась, потому что папа ушел налево, а потом пришел, слушай, я тут это погулял, я решил к вам вернуться. Она ему сказала, хрен ли ты ушел? Все, развод, вали, плати алименты, вали. Короче говоря, когда мама стала женщина в разводе, да еще и с ребенком, маму снова пилили, мама как бы шила, и она какие-то премии, она не все докладывала бабушке. У нас была на стене такая фигня, как бы березка, и на ней, ну, я не знаю, как это называется, вот под цветы домашние, под горшочки. И за стенкой была вот такая вот выемка в этой фигне, и она туда клала деньги, чтобы откладывала там что-то купить мне, потому что я очень часто болела. Этих элементов ни хрена не хватало, у меня зрение начало резко падать на фоне, наверное, нервика, потому что 9 лет ребенку был, папаша свалил, забрал серебряную ложку, забрал все серебряные монетки, в том числе те, которые я нашла у нас в деревне, в доме, который вот до сих пор есть. Забрал какие-то еще вещи, просто стырил все, что было, и свалил. Ну, ребенок 9 лет, как он это воспримет? Я помню, мы пошли, не знаю зачем, не помню вообще, ну, сути не знаю, зачем, это начальная школа, 4 класс, с моей мамой в... этот как раз район к моей первой учительнице. И я с нервика у него шмякнулась в обморок. Наверное, в свой первый обморок. С этого момента и пошло. Такие основные обмороки. Иногда по 3-4 раза в неделю или потом уже по 3-4 раза в месяц. Хотя бывало и по 3-4 раза в день. Ну, короче говоря, она экономила. Она говорила, что у бабушки была тяжелая жизнь. Что-то я задела, у меня, оказывается, не писалось буквально, ну, приличное время. Но оно уже на час там написалось, я так поняла, что я закончила на том, что мама экономила. В общем, благодаря тому, что мама экономила в силу разных жизненных обстоятельств, благодаря нашей бабушке, я начала экономить. Я, наверное, сейчас тогда на этом закруглюсь и сделаю, может, просто отдельное видео еще по поводу тех вопросов, на которые отвечала, но камера, оказывается, не писала. Потому что я, честно, не помню, что я говорила и какие вопросы я пропустила. Ну, это как бы... Хотите поддержать, где-то будет облако. Это чё? И я просмотрю, склею вот это, вставлю вопросы, на которые я отвечала. Ну, скриншотами видео, как картинка в картинке. И те, которые я пропустила, вы просто можете под этим видео мне написать, что типа вот повторяю запрос вот на это. Потому что какие-то вопросы про экономию, они как бы себя дублировали. Какие-то, которые мне написали за последние пару суток, я вот их считала и хорошо глянула на этот самый, думаю, что-то как-то странно камера себя ведет, а оно отвалилось. А ведь когда проверяла, пишется или нет, то случайно задела эту кнопку. Так вот, если я там что-то пропустила, соответственно, можете продублировать под этим видео, ну и я как-нибудь постараюсь, может, в течение месяца записать отдельное видео на те вопросы, которые за последние двое суток вы написали. Плюс там просили как бы отдельное видео, я его 3 года уже пишу. О себе для новых зрителей я постараюсь это сделать. Главное сообразить хотя бы по пунктам, что конкретно о себе говорить. Всем спасибо, кто осилил, ну и это как бы пока.